Добрый день, мои нежные! Сегодня я хочу вам рассказать о майской раздаче 6-го каталога и о том, как нам с вами встретить лето в состоянии «Я богиня радости, тепла и красоты». Друзья мои, и первое, о чем я хочу вам сегодня рассказать, это тканевая масочка Novage. Нам всем нужно с вами чудо. Нам нужно чудо, и теперь у нас это чудо есть. Но мы с вами точно знаем, что для того, чтобы чудо случилось, нужно подготовиться. Вот в данном случае нам нужно подготовить нашу с вами кожу. Мы ее подготовим с помощью наших очищающих средств. В моем случае это Novage и коллаген. Мы берем с вами сначала умывалочку любимую, очищаем кожу лица. И потом доочищаем кожу лица с помощью тоника. Мои хорошие, на подготовленную, очищенную кожу я наношу вот эту нашу масочку. Друзья мои, что же так сработает? Известные для нас с вами ингредиенты – витамин С и Е. В этой маске есть наш любимый ингредиент. Я, честно говоря, всегда ищу этот ингредиент в косметических средствах. Это гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота – это королева увлажнения, потому что после продукта с гиалуроновой кислотой наша с вами кожа плотная, наша с вами кожа гладкая, молодая, очень красивая. И кроме этого, друзья, в этом продукте есть совершенно уникальный, очень трендовый сейчас компонент, который используется исключительно в люкс-марках. Этот компонент называется, запоминайте, будете его теперь искать, ниацинамид. Что он делает? Он помогает не испаряться с нашего лица влаги. Он помогает удерживать влагу в нашей коже. И благодаря этому наша кожа такая плотная, гладкая и очень красивая. Вот о чем еще хочу сказать. Очень хорошо вы можете эту использовать масочку утром, когда вам надо привести лицо вот в состояние готовая к победам, и вы можете запросто ее использовать вечером, когда вам нужно пойти на какую-то чудесную встречу. Что для нас, девушек, чудесная встреча вечером? Свидание, в театр. И вам хочется выглядеть вот на 1500%, и вы можете использовать эту масочку. То есть, эту масочку используем не только утром или вечером, по требованию, тогда, когда вы хотите быть великолепной. Открываю ее. Очень просто мы с вами открываем. У нас с вами есть такая ризочка, да, вот так вот мы с вами открываем масочку, достаем. Посмотрите, пожалуйста, как она выглядит. Тканевая масочка, пропитанная нашим волшебным составом драгоценным. Смотрите, пожалуйста. Друзья мои, мы наносим с вами на лицо эту масочку, и после этого, естественно, мы продолжаем наш ежедневный уход. Это сыворотка, дневной крем, и так далее. Как мы с вами ее наносим? Ну, я надеюсь, что вам весело на меня смотреть, как минимум. Расправляем масочку по лицу, вот так, чтобы она прилегала абсолютно. И оставляем ее на 15 минут. И ложимся отдыхать. Вот я сейчас ложусь отдыхать, а вас целую. Друзья мои, каталог совершенно замечательный, и, конечно, мой выбор не ограничился одной только масочкой нашей волшебной. Я себе подобрала целую корзинку удивительных продуктов, но о чем я не могу вам не рассказать, так это про совершенно потрясающий продукт, выбрала его для себя. Представьте, пожалуйста, себе такой образ. Идете вы по городу, по летнему знойному городу, роскошная, в темных очках и с невероятной красной помадой. Друзья мои, вот выбрала себе, честно говоря, не смогла остановиться, аж три оттенка вот этой исключительной помады. Друзья мои, но никакой образ не будет полным без аромата. И как раз в этом каталоге мы с вами можем выбрать ароматы очень чувственные, очень страстные. Это ароматы с таким ингредиентом, как масло удового дерева. Два аромата у нас в коллекции. Это мужской аромат и женский аромат. Совершенно потрясающего звучания. Обязательно их попробуйте. Возьму я совершенно точно и себе, и Георгию. В мужском аромате, кроме масла удового дерева, для свежести есть такая нотка приятная грейпфрута. Очень мужественный аромат, очень чувственный. В женском аромате я бы сказала, что это настолько страстный аромат, потому что есть тут и удовое дерево, масло удового дерева как компонент такой чувственный, и еще розовое масло, такое, такой компонент, который прям
раскрывает вашу женственность. И оттеночек такой, глубину дает шафран, и получается такое вот, знаете, ну вот летнее, знойное настроение с этими ароматами. Мне сегодня еще хочется с вами поговорить о тренде, который сохраняется уже несколько сезонов. Это тренд на красивые ухоженные брови. И сегодня мы можем сами делать брови себе в домашних условиях не хуже, чем в салоне у бровиста. Посмотрите, пожалуйста, на те продукты, которые у нас появляются в 6-м каталоге, и помогут вам сделать очень красивые ухоженные брови. Во-первых, это прекрасный набор из 6 предметов. Здесь есть и двое щипчиков, здесь есть веерная кисточка, здесь есть ножнички. Потом у нас появляется набор трафаретов, вот это у нас первый раз. Обратите внимание, у нас не было такого продукта. Он в очень удобной такой вот косметичечке. Тут 4 формы бровей. Как мы пользуемся этими трафаретами? Вот посмотрите, пожалуйста. Мы вот таким образом прикладываем этот трафарет к бровке. И вот эту пастоту прорисовываем, тщательно прорисовываем. И получаем ухоженные красивые брови и хорошую форму. Хорошую форму, которую действительно иногда самостоятельно не удается нарисовать. С помощью чего мы будем с вами прорисовывать? Первое, о чем мне хочется рассказать, это карандаши для бровей. Они у нас появляются в 2 оттенках. Это пепельный и коричневый. Я, например, для своего типа волос, своего типа кожи днем буду использовать пепельный, а вечером буду использовать коричневый для более яркого макияжа. Как мы пользуемся, ребята, девчата, этими карандашами? Посмотрите, пожалуйста, мы вот так вот прорисовываем наши бровочки, вот так вот прорисовываем, видите, да? А потом мы переворачиваем наш чудо-карандашик. И здесь, друзья мои, у нас совершенно потрясающий грифель. Здесь хайлайтер. Как мы его используем? Посмотрите, мы наносим его под нашей бровью. И вот так аккуратненько, вот так растираем пальчиком. Для чего мы это делаем? Чтобы у нас с вами бровь получилась более объемная, и чтобы у нас был более открытый взгляд. У нас такой продукт впервые, действительно очень удобно. Берем следующий продукт, который у нас тоже появляется в 6-м каталоге, это тушь для бровей. Для чего она с вами нам нужна? Вот она будет завершающим штрихом в нашем макияже. Тут очень маленькая кисточка, чтобы можно было прорисовать вот все-все нюансики и не выйти за границу нашей бровки. Вот смотрите, как это делается. И вот у нас с вами потрясающие, объемные, я надеюсь, что вам нравятся, роскошные, вот в моем случае, да, вечерний вариант бровей. Вот посмотрите, мне кажется, сейчас очень яркие глаза получились. Мои хорошие, вот эта вот тушь у нас есть в 3 оттенках. Светло-коричневый, темно-коричневый и коричневый. Вот на моих глазах сейчас вы видите темно-коричневый нанесен. Если бы я делала деликатный дневной макияж, я бы использовала коричневый. Эти варианты подходят именно для моего цветотипа. Вы уже подбираете для себя оттенки. Друзья, и в этом каталоге, в 6-м, огромное количество совершенно потрясающих предложений, огромное количество спецпредложений, огромное количество скидок. Обращайтесь, пожалуйста, к консультантам, смотрите наши каталоги, заходите на наш сайт. А я благодарю, что вы сегодня были с нами. С нежностью, ваша Светлана Семашко.